GTA 5 Red Mir набирает обороты. Разработчики проекта уже выпустили обновление, в котором создали и добавили крутые автомобили, такие как Tesla Cybertruck, BMW M8, BMW M5, BMW M3, E36, Mercedes-Benz GLS 63 AMG. Открыли казино Diamond, где каждый может испытать свою удачу. А те, кто еще не с нами, самое время это исправить. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов. Проверить наличие официальной версии GTA 5 онлайн, перейти на сайт rgta5.ru, нажать кнопку «Начать игру», после чего скачать мультиплеер, ввести свое имя и нажать «Играть». В мультиплеере подключитесь к серверу Red Mir GTA 5, пройдите простую регистрацию и создайте персонажа. После чего вы погрузитесь в мир полный эмоций и удовольствий. Не забываем вводить промокод PEL, который даст вам 50 тысяч игровой валюты. Подробности и ссылка на скачивание в описании. Привет, Паша и Женя. Привет, Паша и Женя. Я больше не могу быть в этом месте. Мне всегда кажется, что за мной следят. Я не могу есть и спать. Тут мне очень страшно. Если вы читаете это письмо, значит, добрая женщина-администратор вас узнала и передала вам эту записку. Я каждый день буду ждать вас в центре города, возле церкви в 6 часов вечера. Шадрик. Блин, да что ты за человек? Я надеюсь, конечно, это его почерк, не знаю, пишет. Будем так надеяться. Сейчас попробую. Блин, время уже поздно, почти 12 ночи. Если он написал в 6, шел вечер. Откуда он вообще знает эту информацию? Центр, площадь, блядь, я никогда тут не был. Блядь, может, его кто-то надоумил, не знаю, может, познакомился нахрен с кем-то. Блин, конечно, хорошо, если он будет на месте и все пойдет по плану, но такие движения, конечно, делать непонятно, что у него там в голове, блядь. Сейчас я, конечно, туда сгоняю, мало ли, может, он друзей нашел, может, я не знаю, может, уже пьянствует там или что. Блин, в голову даже никакие мысли нахрен не лезут. Ты в самый ответственный момент, когда он нужен, его нужно спрятать. Что он творит? Я, конечно, надеюсь, что я найду его первым. Потому что опять по кругу, опять потерялся, опять искать. Не дай бог, попадет не в те руки. Это будет маразм уже. И самое же интересное, что он знает про центр, про... Я не знаю, что там, про церковь. Наверное, я не знаю, но интернет, по идее, там есть интернет, но кто ему даст, он без телефона, без ноутбука. Информация, я не знаю, может, он в Богу верит, я не знаю, может, он ударился в веру. Но это тоже глупо. Хотя, как, блин, столько он уже напереживался за это все время. Так-то на Пашкину камеру, на зумированную, тут вообще никого не видно. Глушняк, ну я и приехал, блядь, на 6 часов позже, чем он. Просил по-любому. По-любому его здесь нету. Он совсем дурак, что ли, чтобы здесь, блядь, ночами быть. Уже не те времена. Ночами быть, так. Шадрик, занесло, а? Блин, ну сколько тебе можно помогать? Так, ну это точно не они. Хули где-то здесь. Это-то, конечно, все красиво, блядь, но... Вообще, менты могут нахрен забрать. О! Вот такие, допустим. Режим работы. Самоспаситель. Я думаю, это же не из тех людей, кто будет выбирать условия проживания. Бессмысленная ходьба. Надо завтра приезжать в 6 часов и забирать его. Кстати, сейчас можно спросить.
Вечер добрый. Добрый, добрый. Можно вопросик? Конечно, можно. А ночью точно никого нет, да? Не видим. Блин. Ну, я просто фотографию покажу или смысла нет фотографии показывать? Сейчас. Такого. Не, не видел. Все, спасибо. Так, ну с ними тоже все ясно, блядь. Ничего не видели, ничего не слышали. Ладно, ехать домой пора, блядь. Шадрик, Шадрик. Ладно, я тебя найду, я... Посмотрите. Я обещаю, что я тебя нафиг найду. И сделаю так, чтобы ты... Чтобы у тебя все было хорошо. Вообще нет желания с ним разговаривать. Да, Иваныч, здорово. Женя, привет. Привет, привет. Ну, что там, слышал, дел-то натворил в сценарии? Да, слышал. Слухи уже поплыли, да? Да, что натворил, то натворил мои дела. Да, надо бы встретиться с тобой, обсудить пару моментов. Блин, да слушай, у меня там, честно говоря, настроения нет после последнего разговора с руководством. Вообще не хочу по работе ничего обсуждать, общаться тогда. Угу. Так, ну давай говори, что ты по нашим делам. Да ты сам знаешь. Давай встретимся реально, серьезно. Ясно. Ладно. Сегодня или завтра, когда? Ну, давай серьезно. Где потише, может быть, на ТС-2 часам к 6, как тебе устроит? Сегодня? Да, сегодня часам к 6. Не, к 6 точно не получится. На 6 запланировал уже дела. Давай пораньше чуть-чуть. Давай пораньше. Давай к 4 на ТЭЦ. На ТЭЦ буду нормально. Ну все, давай. Давай на связи. Предчувствие, конечно, у меня вообще никакое. Переживаю, что-то не знаю. Происходит что-то со мной. Блин, ну где же Иваныч-то, а? Блин, еще этих не хватало здесь. Блин, ну вроде не по моей душе. Вас приветствует автоответчик. И что это за дела? Блин, я уже нервничать начинаю. Я приятную дружу. Так, сейчас камеру сюда поставлю на всякий случай. Все, подъехал. Привет. Здорово. Че ты? Ну-ка. Куза. Че хотел? Ну, разговор нужен. Нужен, ну, будем разговаривать, раз ты меня вытянул. А что да? Здесь? А что здесь? Присядем, все, наверное, просто. Ну да. Ну что, рассказывай, что как? Ну давай, как дома, как дела? Да что, как нормально. Как у нормальных людей. Без работы, как сейчас, как, ну, как это, как ветер. Нормально. Ну, может быть, это неплохо пока, в твоем случае. Почему пока? Слушай, ну, расскажи ты, как, собственно говоря, да, слушай, ты и так там соплей. Да, что, дела свои делал нормально, дела общие делал, так сказать. А получилось, видишь, как будто дела делал личные, поэтому сейчас предъявы от этого нового начальника мне вообще, конечно, не ожидал я такой подачи. Слушай, ну шум такой идет по этому поводу, я прям, ну, насторожен немного, кажется. Да согласен, тоже переживаю, что как там кончится. Надо подумать, как дальше быть. Просто ты понимаешь, что ты не один вовлечен в эту ситуацию? Да все понимаю прекрасно. Ну а кто там? Ты про какую ситуацию? Про нашу вообще? Ну, там и пацан у тебя какой-то. Да пацан, я сам переживаю за него, я-то там дела-то порешаю, за пацана, пацан.
Ладно, ну, в принципе, по нему-то разберемся. Да и по себе я разберусь, все нормально. Что, первый день, что ли? Проблемы тебе разгребают, нормально. Ну, ты понимаешь, как бы, главное, чтобы не начали рыть под нашу общую тему. Так а что там? Что-то светонули где-то? Ты совсем? Много шума навел. Ну, это я согласен, ну, это согласен. Ты видел телевизионщиков этот вызвал, слышишь? Там, я не знаю, конечно, я договорился, репортаж, чтобы они другой. Так что по нашей теме-то, по-моему, закрывается тема или что? Слушай, я думаю, нет, просто есть пару домиков таких, один цыганский, помнишь? Это тот здоровый, где, да, где мы кипиш, да, наводили? Да, где, да, да, да. Так, и что, он уже на аукционе, что ли? Ну, он скоро будет на аукционе, потому что еще и дом контрабандистов будет. Вот этот с мамоном в синей крыше? Да. Да ты что? Да, их выставят на аукцион. И я думаю, что... Слушай, ну можно что-нибудь придумать с ними. Ну так надо думать, ничего себе, у тебя засвет такой, тебя отстранили от дела, а ты... Ну давай, не, ну ты эту тему решать. Качай, да, я, может, сильно сам светиться не буду, но за кадром-то я, если что, в деле. Как бы, правда, денег сейчас нету, я не знаю, как сейчас... Сейчас такие проблемы, что... Слушай, ну... Слушок-то ходит о том, что вы какие-то там деньги поджали. Викторович там воду мутит, ну? Викторович что-то тоже поменялся. Это начальник, он приехал, Викторович, конечно, тоже. И в лице поменялся, и со мной даже все по-другому. Можно. Ну, я понял, о чем ты говоришь, конечно, о каких деньгах. Но они к этим деньгам никакого не имеют отношения. То есть я просто не пойму, какой, может, у них там свой интерес. Там, конечно, давай так, чтобы ты не знал, я тебе не буду ничего рассказывать, чтобы я не переживал, чтобы тебя информация не ушла. Сам знаешь, я тебе доверяю, но... Проверяю, хорошо? Ты тогда думай по поводу этих домов, и как что выстрелить, сразу меня набирай, и мы будем... А я пока со своими делами расседаю, добро? Хорошо, Жень. Все. Все, давай, да. Рад был... Еще, может, какие вопросы или все? Все, Дмитрий Иванович, я на вас рассчитываю. Больше мне рассчитывать я особо не буду. Удачи тебе. Паникер стал в последнее время. Так, ладно, все отлично. Все отлично. Так, ну и можно выдвигаться потихоньку. За малым. Надеюсь, он меня там ждет. Выбрал же время, самый час пик. Погодка, да, конечно. Ни хрена не успеваю. Надеюсь, будет ждать он меня там, если вообще ждет. Красный мне сегодня прям везет на него. Блять, неужели я опоздал? А или где он? Что с ним случилось? Где он меня зовет-то? Да ладно, Шадрик, ты?